Здравствуйте, это программа «Субботний гость». И у нас сегодня замечательный гость. Я с удовольствием приветствую юмористов-пародистов, замечательную пару Ирину Борисову и Алексея Егорова. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Любовь Михайловна, я этот вечер, наверное, не забуду никогда. Вы такая, знаете, как говорит мой любимый певец, вы просто чудо. Вы так смешно, Борис Львович, так смешно пародируете Джигурду. Ой, а хотите, я вам свои детские фотографии покажу? Ну, с удовольствием взгляну, с удовольствием. Вот. Ой, тут я голенькая. Тут тоже. И тут. А, вот тут я в детстве. Да, хорошенькая. И в детстве тоже. А, кто это? Муж. Как муж? Чей? Мой. Откуда он взялся? Ты же говорила, что одна живешь. Ну, правильно. Одна. И еще год должна была одна жить. Видать, его условно-досрочно выпустили. А откуда вы выпустили? Оттуда. А я что, не говорила? Нет. Ну, правильно. Чем тут хвастаться? Что муж уголовник. Странно. Странно, что его выпустили. Почему? Ну, обычно по этой статье по полной сидят. Да? А что он сделал? Да. С мужиком меня застукал. И что? И все. Нет мужика. Он со всеми так. Последний только сбежал. Сразу в окно сиганул. Как в окно? С седьмого этажа? Ну так у нас внизу кустики растут. Главное не промахнуться. Инвалид, зато живой. Я его, кстати, недавно видела. Отлично выглядит. Да? И что говорит? А ничего не говорит. Он и соображает-то с трудом. Ясно. Ну, знаете что, прыгать-то я не буду. Давайте я лучше спрячусь, а? Куда? Ну, вот в шкаф. Только не в шкаф. Почему? Там Арсен прятался. Хороший был мужик. Да? Ну, хорошо, тогда может быть, за диван, а? Только не за диван. Почему? Там уже... Стас лежал. Да. Бесполезно. Так, ну хорошо, а может быть на кухне, в холодильнике? Там вроде место есть. Только не в холодильнике. Да почему? Там Али Муратыч прятался. И что? Выбросил в окно. Как? Вместе с холодильником. Все равно он уже старый был. Холодильник? И холодильник тоже. Ясно. Да что ж такое? Так. Может, прыгните? Нет, нет. Давай скажем, что я сантехник. А? Только не сантехник. Почему? Он Гришу, сантехника, самого первого в ванной утопил. Хотя Гриша всего только кран чинил. Да? А за что же тогда утопил? Сантехников не любит. Почему? Понимаете, у меня первый муж сантехником был. А второй водопроводчиком. А еще он не любит дальнобойщиков, почтальонов и поваров. Богатая биография. Он вообще мужиков не любит, которые ко мне ближе, чем на 2 метра подходят. Ну, это понятно. Так, скажи, а может быть
Я твой школьный приятель, а? Да все мои школьные приятели мой дом за 5 километров обходят. Почему? Жить хотят. Ой, ясно. Ну, в конце концов, давай скажем ему, что я твой новый сосед. За солью зашел. В час ночи. Ну, да. Да все мои соседи и днем-то со мной даже поговорить боятся. После того случая. После какого? Ну, когда ко мне сосед за солью дошел. Говорит, дай соль. Ага. Ну, я ему и дала. А тут как назло муж пришел. И что? Сосед живой? Да, настоящий мужчина. Даже не испугался. Сразу в окно прыгнул. Ну, я в окно, наверное, не буду прыгать, тем более, вроде ушел. Да что ж такое? Ладно, буду прыгать. Прыгайте! Неси мое пальто, вместо парашюта будет. Да я его постирала. Зачем? Вам приятное хотела сделать. Да новое пальто, его вообще стирать нельзя. Ладно, буду прыгать так. Где там у тебя кустики? Да сразу под окном. Я их сама сажала. Ага. Только осторожно, это китайский шиповник. Шиповник? А ты ничего не могла там другого посадить? Ну, а до этого там кактусы росли в горшочках. Ага. Ясно, ладно. Буду прыгать в шиповник. Удачи вам. Всего хорошего. Спасибо. Главное, не промахнитесь. Ладно. Звоните, если что. Промазал. Ну, хоть кустики не помял. Алло. Да, любимый. Конечно, жду. Как завтра выходишь? А кто же... Что ты? Конечно, жду. Конечно, я рада. Целую. Да. А кто же тогда... В дверь звонил. Вспомнила. Вот я дура. Я же пиццу заказывала. И с мужиком неудобно получилось. Да еще и без ужина осталось. Ветер налетая, облака уносит. Снова золотая наступает осень. На деревьях тают солнечные кроны, звезды осыпают на дорогу клены. На деревьях тают солнечные кроны, звезды осыпают на дорогу клены. Мы снова с тобою, любимая, вместе проходим легко по кленовым созвездиям и снова поверим. Грядущие весны, их нам обещают кленовые звезды. И снова поверим, грядущие весны, их нам обещают кленовые звезды. Вот пародистов у нас еще не было. Наш внимательный зритель знает, у нас много музыкантов, литераторов и так далее. Пародистов еще не было, вообще юмористов. Это отдельная профессия, для многих загадочная. Можно ли шутить на заказ, по заказу? У кого-то возникает такой вопрос. Но профессия есть профессия. Ну, наверное, это корректно будет, потому что, допустим, шуты при дворах королей, это были люди многими уважаемые, далеко не глупые, иногда вершащие даже и политику из-под тишка. Вот. И они тоже работали.
шутили, работая шутили. Вот, поэтому об этом мы сегодня обязательно поговорим, но хотелось бы начать с чего? Первый вопрос. Вообще трудно быть юмористом, пародистом, то есть человеком, шутящим по должности, по профессии сегодня, ну, допустим, здесь, в нашей стране, вы прежде всего здесь же выступаете. Сложность в том, что нужно постоянно что-то создавать. То есть невозможно вот юмористам сидеть на одном репертуаре, да? Конечно. То есть вот есть также в юморе хиты, как, допустим, у нас экстренный выпуск, пародия на экстренный выпуск. Мы сейчас об этом отдельно поговорим. Да. Вот. Но, тем не менее, все отработали, и его уже не будешь, так как вокалисты, допустим, спели какую-то, да, песню, да. Исполнили песню. И по жизни песню. С ней. Да, и по жизни с ней идут. И, примеров есть, сколько угодно. Да, Михаил Муромов, все, вышел, и он спрашивает, яблоки на снегу надо сегодня? И все, да, давай яблоки. Ну, ты хит. Вот, здесь вот, к сожалению, наш Кукуева, мы уже не работаем в концертах, да, потому что, ну, зрители уже прекрасно знают, что там будет, как будет. Хотя по сей день люди просто, вот даже незнакомые, останавливаются, спрашивают, ну а что же там в этом Кукуеве все-таки случилось? Вот, кстати, что касается Кукуева, то вы знаете, номер был написан очень легко. Вот, и тем не менее, то есть... Вы автор? Да, я автор, Ирина редактор. Кстати, половина номера удалена безжалостно. Почему? Ирина редактор очень жесткий. То есть, так, это не нужно, это лишнее. Вот, кстати, когда я показывал первый раз Ирине номер, помню, как в машине Ирина за рулем у нас, я, как правило, руковожу. Вот, и я читаю номер, экстренный выпуск. Но никакой реакции у Ирины. И я даже хотел уже свернуть его. Ну, Ирина, ну и так далее. Вот, то есть, ну, неинтересно. Вот. А Ирина говорит, нет, продолжай. Я говорю, ну, а ты же нигде даже... Говорит, сдерживалась, чтобы вот не сбить тебя. Вот. Затем мы этот номер, собственно говоря, поставили, сделали, попробовали на одном концерте, на другом, на третьем отсняли. Ну, то есть на простую камеру. Да. Вот, и разнесли по юмористическим программам. Никакого отклика. Вот, позвонила, допустим, редактор программы «Аншлаг» Наталья, вот не помню отчество. Да, и она мне говорит, Алексей, она таким голосом примерно говорит, Алексей, я, говорит, посмотрела вот этот номер. Три раза подряд. Я не понимаю, почему там, где народ должен смеяться, почему народ смеется, и что все-таки случилось там? Я ждала, но я так и не узнала, что случилось в этом Кукуево. Недоработанный номер. Ну, я думаю, ну, наверное, действительно... Что-то не то. Вот. И мы, честно говоря, этот номер, не стали делать на него акцент, и вдруг звоночек, позвонили, значит, программа «Кубок юмора», была такая программа на канале «Россия», снимали в театре эстрады, вот, и когда мы вышли на сцену и стали показывать номер, в зале началась истерика, просто истерика, были такие, мы причем вынуждены делали паузы, потому что народ умирал от смеха, и, как нам сказали, операторы у камеры, то есть они не могли сдерживать себя. То есть тоже загибались. Загибались, то есть профессионалы, но тем не менее, вот простительно им номер выстрелил, то есть его показали буквально там через 2 недели, и пошли уже звонки с других телеканалов, буквально, значит, на всех федеральных каналах номер этот был показан, причем кратчайшие сроки, по несколько раз повторяли. Номер выстрелил неожиданно для нас. Вот. Слушайте, а у меня вопрос сразу такой. Я понимаю, что телевидение самый мощный сегодня. Несмотря на интернет, несмотря ни на что, телевидение все-таки, по крайней мере, у нас в стране, это самое мощное средство распространения юмора в данном случае. Да?
Вот опробовать на людях вы не пробовали, прежде чем рассылать? Если вы говорите, там, студия вот этой программы вся хохотала, и зритель хохотал, сканировать ситуацию, разве вот выйти куда-то не на телевизионный экран, а до того, да, куда-то в какой-то зал и попробовать это, разве это не ход? Ну, так и было. У нас так и было. Мы сначала его работали на концерте. И вот реакция была? Реакция была. Реакция была очень хорошая. Мы поэтому затеялись дальнейшее, пытались как бы поставить вот на телевидение свое творчество. Получается так. Ну, в машине в данном случае придумали, вы там отредактировали. Потом вы вышли на какую-то публику, да, да, вне телевизионную, да, вот, увидели реакцию, работает, и потом уже начали, собственно говоря, рассылать. Так? Ну, то есть каждый новый номер мы пробуем сначала на зрителях, то есть концерт, хотя на сегодняшний день должны признаться, что большая часть рестораны, то есть банкеты, там, разумеется, не попробуешь, а в концертные залы, да. То есть бывают и сольные концерты, вот, где можно делать все, что хочешь. Сольный, вот, концерт есть... вообще мечта любого артиста, да, да, любого, да, жанра. Конечно. У вас такое тоже бывает? Бывает. Нет, ну я вас искренне поздравляю, потому что действительно это, ну, некая вершина, ну, на данном этапе, да, когда сольно, ни с кем, ни в сборной там выступаешь. Ну вот, кстати, это после этого номера, то есть когда он выстрелил, концертов сольных было очень много. То есть приглашали именно с сольными концертами. Все, кто ее видел, все прекрасно понимают, что это актуально и сегодня. Все мы смотрим ТВ, да, и понимаем, насколько это актуально и сегодня. Вот эти все там. Я вас не слышу, паузы. Вот. И в смешных ситуациях, и не в смешных, в разных. Просто вопрос связи остался прежним. Да? Замедленный, так сказать, если особенно через телефон, а не через тарелку, это все делается, а такое сплошь и рядом тоже есть, то все это опаздывает, значительно опаздывает, и вы ничего не придумывали. Вы просто уловили вот эту специфику в данном случае. Мы даже, честно говоря, написали вторую часть. Вторая сумасшедшая. Вот. Но мы ее почему-то вот, почему? По сей день не стали снимать, то есть не стали делать вот такое вот продолжение, потому что, ну, получился такой вот маленький шедевр. Очень не хочется вот второй серии. Вот, а вы верите части в то, что продолжение всегда хуже изначально первой серии? Вот, ну, не то чтобы хуже. Дело в том, что потом пошли просто и другие исполнители стали использовать такие вещи. Да. Поэтому, то есть вы были первыми, чтобы не вообще потеряться в этой теме. Да, в этой то теме, есть, да. На самом деле, когда вот вышло Кукуева, очень много подражателей. Вот. Именно пародии вот на такие вот экстренные вам выпуски, это приятно, на репортажи. Или как-то иначе реагируют на такие вещи? Я понимаю, что это уже конкуренция вот в этой среде. Но приятно или неприятно, что вот вам стали подражать? Ну, тут не нам стали подражать, да? Скорее, нет, просто был использован этот же ход, и все. Просто эта тема. Эта тема взята была. Вы были первыми. Да. Ну да, наше родное телевидение, конечно, достойно того, чтобы на его, так сказать, темы, которые внутри, в данном случае, вот то, что связано со связью, да, и так далее, достойно того, чтобы его пародировали. И, наверное, реакция людей не глупых, это всегда смех, да? Обижают стук драки, наверное, на такие вещи. Вот. Были кто из телевидения сказал, ребята, вот так? Дело в том, что когда вот после первого же эфира, да, мы приехали в Останкино, ну, то есть периодически мы приезжаем, там какие-то переговоры, да, что-то. Ну да. Вот. Когда шли по коридорам Останкино, нам улыбался каждый, и каждый с нами здоровался. Вы стали своими. То есть это, может быть, номер не так пошел в народ, честно говоря, как он... Как остался, как, да, среди работников. Останкино, да. На сегодняшний день нет ни одного телевизионщика, который бы нас не знал. Да, Кукуева, это, конечно, шедевр. Вот без вопросов. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы прерываем трансляцию телевизионных программ на нашем канале специальный экстренный выпуск новостей. Буквально 15 минут назад на экстренную связь с нами вышел наш специальный корреспондент из села Кукуева. Добрый день, Андрей. Расскажите, пожалуйста, что случилось, что у вас произошло?
Ну вот, к сожалению, нас подводит связь, но как только она наладится, мы с вами узнаем о том, что случилось в Кукуево. Напомню, что полчаса назад на экстренную связь с нами вышел наш специальный корреспондент из села Кукуево. Марина? И вот мне подсказывают, что связь налажена. Андрей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что случилось, что произошло? Ну, вот, к сожалению, нас вновь подводит связь. Да, Марина, добрый день. И вновь наша связь налажена. Андрей, здравствуйте. Мы ждем от вас рассказа о происшедшем. Да, Марина, конечно. Здравствуйте еще раз. В данный момент мы находимся на центральной площади села Кукуево. Здесь... У здания местной администрации, а точнее у дома председателя села Кукуево, мы разместили наши видеокамеры. Это простите, Андрей, самая удобная точка. Я вас перебиваю. Так что же все-таки случилось в Кукуево? Андрей? Но, к сожалению, нас вновь подводит связь. Да, Марина. И вновь наша связь налажена. Андрей, расскажите, пожалуйста, конкретно, что случилось в Кукуево? Да, Марина. Конечно. Здравствуйте еще раз. В данный момент мы находимся на центральной площади села Кукуево. Здесь, у здания местной администрации, а точнее у дома председателя села Кукуево, мы разместили наши видеокамеры. Дело в том, что это самая удобная точка для того, чтобы наши телезрители смогли увидеть все происходящее своими глазами. Если вы обратите внимание, то позади меня, вот здесь вот сразу, вы сможете... Простите, Андрей! Андрей, вас не слышно? Марина, говорите громче, я ничего не слышу. Андрей, но, к сожалению, нас сегодня подводит связь, и вот уже совсем скоро мы выйдем из эфира. Пожалуйста, расскажите о происшедшем. Да, Марина, конечно. Сегодня здесь, в Кукуево, мы работаем в экстремальных условиях. Вместе с оператором мы не спали уже двое суток. Если выпадают какие-нибудь час-полтора, то мы сразу же идем спать. Вот и сейчас только что, Марина, мы хотели прилечь для того, чтобы немного заснуть, ну, проще говоря, отдохнуть. Но передумали и решили выйти на связь с вами. Впрочем, Марина, здесь не спят и все жители Кукуево. Да и сами подумайте. После того, что здесь случилось, просто не до сна. Марина? Андрей, а вы не могли бы нам поподробнее рассказать о том, о чем вы сейчас рассказываете? Да, Марина, конечно. Все это началось еще позавчера и длится уже... 2 дня. Проще говоря, 2 сутки. Когда это все закончится? Когда прекратится это безобразие, кукуевцы не знают. Марина? Андрей, а скажите, пожалуйста, а что за люди ходят у вас на заднем плане? Да, Марина, конечно. Кстати, люди, которых вы сейчас можете видеть, люди, которые ходят на заднем плане, это как раз и есть те самые жители села Кукуево. Марина? Андрей, а скажите, пожалуйста, а какова ситуация сейчас в Кукуево, ну, скажем, на данную минуту? Да, Марина. Конечно. Ситуация в Кукуево на данную минуту, на данный момент, не поддается никакому описанию. Проще говоря, ситуация здесь
критическое. Но, Марина, мы будем продолжать наблюдать за происходящим и будем выходить на связь с вами каждые полчаса. Марина? Спасибо, Андрей. Я благодарю также наших спонсоров за предоставленную связь и напоминаю, что это был наш специальный корреспондент из села Кукуева. Марина? Вопрос такой. Как вообще становятся вот, юмористами, пародистами? Этому учат. Это судьба, это случай. Как это? Вот как вы к этому пришли? Алексей как бы к этому стремился и занимался этим с детства. А я как бы уже просто, ну, волей судьбы, скажем, вошла. Волей судьбы. Да. Подключилась. Да. Вот. Да, я, собственно говоря, с детства занимался. Правда, у меня только узкая направленность была. Пародии. Более того, до поступления в ГИТИС у меня даже сольная программа была, строилась на одних пародиях. Это безумно сложно и тяжеловато для зрителей было. Вот. Но стоило поступить в ГИТИС. Вот. У меня была мастерская Екатерина Георгиевича Шароева. Вот. Но первый курс вел Вячеслав Анатольевич Шалевич. Вот. Кстати, хотел вспомнить. Да. Вы мне очень напомнили, как Шалевич нам разъяснял, что если не можешь в паре, с кем-то в паре, допустим, на первом курсе он объяснял, работать, глядя в глаза, вот, то необходимо просто вот чуть в сторону. Да, вот, то есть разговариваешь, что-то там доказываешь, объясняешь, а сам на самом деле смотришь не в глаза, а вот. Так же и вы сейчас. Значит, я думаю, так, что у меня там? Почему он смотрит куда-то? То есть, не всегда в глаза, но, тем не менее, вот, особенно работая, то есть, на сцене, да, можно... Вот такой вот, да, прием. Хороший урок, потому что у нас на курсе, особенно на первом курсе, то есть, разумеется, многие колятся, не могут играть, колятся в хорошем... То есть, ну, не о плохом речи, да, понятно. Вот. И, соответственно, многие взяли, действительно, помогает, когда не смотришь в глаза, вот, а зрителю это и незаметно. Вот. Но это только для начала. То есть потом, конечно, от этого нужно Партнеру надо чувствовать это, иначе как. Вы друг другу в глаза смотрите, когда работаете? О, да. По-всякому. Да. Ну, когда надо. Когда надо, да. Мы можем еще так посмотреть, что многие мысли промелькнут в голове. Интернет занял большую часть нашей жизни. Через интернет мы узнаем все, что нас интересует, совершаем покупки, знакомимся, общаемся и даже влюбляемся. Но не всегда получается так, как хотелось бы. Да, слушаю. Серег, давай попозже, а то я тут на свидание пришел. Нет, другая. Ну, с той у меня не получилось. Ну, что значит почему? Ну, понимаешь, я ж через интернет знакомлюсь. Ну, она сказала, что ее зовут Катя. Смутило то, что на фото было подписано Даша. А когда встретились, оказался Антон. Ну, в общем, не получилось. Характерами не сошлись. Ну, ладно, все, давай попозже, а то она должна уже подойти. Надеюсь, хоть сегодня все будет без обмана. Простите, а что вы на меня так
смотрите? Ой, Валера. Да? Очень приятно. А я та самая Машенька. Какая Машенька? Машенька из интернета. Как? Машенька из интернета, это вы? Да. А что вас так удивляет? Да, но на фото была девушка в школьной форме. Все верно. Это мои школьные фото с выпускного. Без фотошопа. Почти. Да, но на страничке был указан возраст. 18 лет. Валера, не волнуйтесь, моей страничке в интернете ровно 18 лет. Да, но я думал, что это вам 18 лет. Валера, все верно. Мне 18 уже есть. Но за комплимент спасибо. Ну что, куда пойдем? Может быть, в планетарий или в ресторан? Мария, какой планетарий? Какой ресторан? Ну, я хотел познакомиться с той, которая на фото в школьной форме. Ну ладно. Тогда поедем сразу ко мне. Школьная форма как раз у меня дома. Не нужна мне ваша школьная форма. Не нужна. И вообще, Мария, извините, но мне пора. Пора. Извините, Мария, пора. Подождите, Валера. У меня еще костюм красной шапочки есть. А что не так-то, а? 18 мне уже есть? Есть. Фотографии в интернете мои? Мои. Все честно, без обмана. Ну ничего, завтра еще с одним встречаюсь. Так я к нему на свидание сразу в школьной форме пойду. А теперь по поводу багажа, да, ну, у актера, не знаю, там, драматического, театрального или киношного, это роли, это фильмы, это постановки, у вас это вот ваши номера самого разного, так сказать, свойства, но в одном жанре, да, и вот я специально, когда готовился, я посмотрел, у вас очень много разноплановых вещей, они все смешные, честно скажу, вот, но они все разноплановые, вот, Кукуева мы вспоминали, да, действительно шедевр, но он не похож, тема вообще какая-то такая убойная, как сейчас говорят, да, вот, и беспроигрышная. Есть вещи, которые вроде бы, да, там, ну, ЗАГС, там, ситуация в ЗАГСе, там, блондинка за рулем, это вот такие вещи, да, и как вы их находите, и я знаю, что кроме того, что вы сами автором являетесь, да, у вас есть ваши авторы, которые пишут для вас ли, или просто пишут, а потом вы у них забираете. Вот здесь вопрос, а понятно, композитор, допустим, в музыкальном творчестве и поэт пишут песню, кому-то, как Алле Борисовне, дарит ее, вот под тебя сделали, дорогая Аллочка, а кто-то просто ее там какую-то другую песню забирает, и потом она становится его визитной карточкой и так далее. В вашем случае как так вот это взаимодействие с автором происходит? На сегодняшний день огромное количество авторов, значит, пишут, присылают на электронную почту различные миниатюры, но вот хочется что-то такое вот, хочется шедевр, чтобы был.
Вот, и чувствуешь, что тут либо нужно переделывать все, вот, либо добавлять, писать. Поэтому творим сами. Создаем, пишем, пишем. Очень, я пишу очень много. Ну, вот, то есть я вот с 92-го года член Российского авторского общества. Ну, вот, пишу много. Каждый второй номер на полочке лежит, потому что у меня есть хороший редактор, вот, который говорит, нет. Это не пойдет. Вот недавно я буквально написал небольшую миниатюрку, но политика. А мы знаем, что телевидение не любит, когда юмористы затрагивают что-то, какие-то политические темы. Или это что-то, другое, да. Что-то на уровне, юмор вот, на уровне вот, пояса, или, может быть, чуть выше пояса, ниже мы стараемся не брать. Тоже знаем, что телевидение этого не любит. Вот. Поэтому Ирина хорошо это чувствует. Нет, Алексей, это извини, не обижайся, я обижаюсь. Я говорю, Ир, ты ничего не понимаешь. И тем не менее, вот все-таки какие-то номера, которые рождаются, а у нас они появляются, вот так вот честно, 6 хороших крепких миниатюр в год. Ну, вот. По-моему, очень такая серьезная производительность труда. Да, да. Правда, это правда. Вот именно такие, которые действительно, то есть зрители в зале смеются по-настоящему, так это, то есть затрагивает их. Вот. Бывает такое ошибочно, что что-то сделаем, и никак, в гробовой тишине читаешь. Слушай, это, по-моему, тяжелое испытание для человека вашего. Но это хорошо, если это проходит вот... Когда ты работаешь отделение, допустим, в концерте 40 минут, ладно, хорошо, новый номер попробовал, не прошел, ты знаешь, что следующий номер будет убойный, и зал будет ликовать. Вот. А так, да, это страшно, когда в гробовой тишине читаешь. У юмориста, автора должны быть крепкие нервы. Может быть, крепче, чем у другого артиста, который там читает чужой текст. Так, что у вас случилось? Рассказывайте. Товарищ следователь, вот я, дело было так. Я ни в чем не я виноват. Я сейчас вам расскажу вот всю правду. Мне, товарищ следователь. Я вот не честное, обманываю. Я слово. Не такая. Это все, она, все, что говорит все, что она он, наплела, это негодяй, это ложь такого и неправда. Да, не все сразу. Я ничего не понимаю. Говорите по очереди. Гражданочка, я вас слушаю. Товарищ следователь, понимаете, мой сосед маньяк. Да-да, я сама видела, как в одной передаче про суд его приговорили к 20 годам лишения свободы. Товарищ следователь, я актер. Ну, совсем недавно в одной передаче про суд я действительно сыграл роль маньяка, которого, ну, по сценарию приговорили к 20 годам лишения свободы. Ну, сразу после эфира я решил отметить это с друзьями на природе. Ну, я замариновал 2 ведра мяса под шашлык, взял все самое необходимое и вышел из своей квартиры. Товарищ следователь, когда я посмотрела передачу про моего соседа, уголовника, я решила прогуляться. Я оделась, вышла из своей квартиры и вызвала лифт. Как вдруг, откуда ни возьмись, он маньяк. Я зашел в лифт, поздоровался с соседкой, ну, поставил 2 ведра с шашлыком, но вспомнил, что забыл взять топор. Ну, я попросил соседку буквально пару минут подождать и вернулся в свою квартиру. Товарищ следователь, 2 ведра расчлененного мяса стояло у моих ног. А сосед уже возвращался к лифту с топором. От ужаса я нажала кнопку 1-го этажа. Товарищ следователь, я уже почти вернулся. Но лифт неожиданно закрылся и пошел вниз.
Ну, я, не раздумывая, бросился догонять его вниз по лестнице. Товарищ следователь, когда лифт остановился на первом этаже, я услышала сильный грохот на лестнице. Я подумала, свидетель ему ни к чему. И я нажала кнопку верхнего этажа. Я уже почти добежал до первого этажа, но лифт неожиданно пошел наверх. Ну, я собрался силами, понимал, что соседка, по всей видимости, вспомнила обо мне и решила вернуться. Я собрался силами и вместе с топором бросился вверх по лестнице. Товарищ следователь, я решила укрыться в своей квартире, но вдруг подумала, оставлять два ведра с уликами ни к чему. Я взяла одно из них, вышла из лифта и стала открывать дверь своей квартиры. Товарищ следователь, я уже добежал до своего этажа, как вдруг увидел, что соседка наглым образом пытается скрыться в своей квартире вместе с моим шашлыком. Ну, от злости я прошептал: «Убью!» Товарищ следователь, от волнения я никак не могла открыть дверь своей квартиры. Как вдруг я услышала зловещее: «Убью!» Но я не растерялась. Я метнула в него ведро с уликами и запрыгнула в лифт. Весь в шашлыке, я бросился к лифту, но двери закрылись, и лифт пошел вниз. Ну, я собрался с силами и практически через мгновение уже был на первом этаже. Но случайно, прямо у лифта, сбил с ног пенсионерку, которая несла банку с красной краской. Товарищ следователь, представляете, когда двери лифта открылись на первом этаже, я увидела ужасную картину. На полу в огромной луже красного цвета, охая и вздыхая, лежала полуживая старушка. А сверху сидел этот монстр с топором. Увидев меня, он прошептал: «Не уйдешь». Я нажала кнопку верхнего этажа. Я извинился перед пенсионеркой, схватил топор и бросился вверх по лестнице. Добежал до своего этажа и увидел, как эта наглая воровка вновь пытается скрыться в своей квартире вместе со вторым ведром моего шашлыка. Я ринулся к ней, но подскользнулся на разбросанном шашлыке из первого ведра и, падая, швырнул топор в ее сторону. Товарищ следователь, когда я почти уже открыла дверь своей квартиры, как вдруг это чудовище со всей дури швырнуло в меня топором. Топор, как томагавк, просвистел у меня над ухом и воткнулся в дверь. Ноги у меня подкосились, и я потеряла сознание. Я не знаю, как это получилось, но соседка рухнула, как подкошенная. Хотя я отчетливо видел, что топор не задел даже ухо. Ну, чтобы не пугать других соседей, я втащил ее в свою квартиру и решил оказать первую медицинскую помощь. Ну, поскольку я весь был в краске и в шашлыке, чтобы не испачкать пострадавшую, я скинул с себя всю грязную одежду и начал делать искусственное дыхание. Рот в рот.
товарищ следователь, когда я пришла в себя, этот серийный негодяй совершенно голый делал со мной, что хотел. Он то толкал меня в грудь, то зачем-то дул мне в рот. Я поняла, отступать некуда. И чтобы избежать дальнейших издевательств, изо всех сил обхватила его руками и ногами. Когда я делал ей искусственное дыхание, соседка неожиданно меня очень сильно обняла. Всем, чем только можно. Ну, я подумал, что, видимо, она хочет извиниться передо мной таким образом. Но я не мог принять этих извинений. Ведь у меня на тот момент уже была любимая женщина, которая, кстати, все это время ждала меня внизу, в машине. Но не выдержала и поднялась ко мне в квартиру. Товарищ следователь, в тот момент, когда этот негодяй уже готов был растерзать меня, в квартиру ворвалась какая-то смелая женщина и, видимо, желая спасти меня, огрела его сковородой по голове. Ну, хорошо. А от меня-то вам что нужно? Товарищ следователь, ну, вот лично у меня никому никаких претензий нет. Да. А у меня есть. Товарищ следователь, я не знаю, как этот негодяй делал мне искусственное дыхание, но ровно через 9 месяцев у меня родилась тройня. Поэтому либо он ведет меня в ЗАГС, либо я его к прокурору. Ну вот по поводу авторов еще, почему мы читаем очень много то, что нам присылают, да, и вы знаете, когда читаешь, уже сразу понятно, подойдет это нам или нет, то есть интересна нам эта тема, сможем ее раскрыть или нет, подходит она к нашему дуэту конкретно, или это немножечко не та тема, которую хотелось, с чем хотелось бы выйти к зрителям. И вот по поводу одного номера, вы вот спросили работы с автором, да, как получилось, у нас очень... Тоже публика знает по нашему номеру «Подарочек», который тоже проходил по практически, да, по всем каналам, наверное. Там получилось совершенно случайно. Мы пришли на концерт к Семену Альтову, посмотреть его концерт. И вдруг во второй части уже буквально 5-минутная какая-то у него была зарисовочка, он читает маленький буквально, ну, ремарку, скажем так. То есть буквально вот на меньше странички был такой небольшой номерочек, он его минуты хотел... Минуты две, да, меньше даже. Он его просто хотел попробовать несколько реприз на публику. Угу. И мы, не сговариваясь, вот мы как сидели, мы тут же поворачиваемся друг на друга, и наш. Мы после концерта подходим к Семену Альтову и говорим, вы знаете, вот вы сегодня читали. А он нас знал уже. Да, он нас знал. Он, кстати, нам, извини, что перебиваю, подписал диплом звания лауреатов на конкурсе, международный конкурс артистов эстрады имени Аркадия Райкина. То есть он уже прекрасно нас знал. Ну, вот. Мы подошли. И говорим, вот вы понимаете, вы читали вот такой номерочек, совсем маленький, но он прям вот очень подходит нашему дуэту. Как вы на это смотрите, если мы будем его читать? Он говорит, да вы знаете, ребята, мне не жалко. Дело в том, что я, говорит, и сам-то не понял еще, как его скомпоновать и что из него вырастет. Я просто, говорит, вот как маленькую зарисовочку попробовал сегодня на концерте. Но если, говорит, вы сможете сделать из этого что-то такое стоящее, говорит, ну, пожалуйста. Ну, и мы еще задали вопрос, что ничего, если мы туда добавим
наши репризы, ну, в вашем стиле. То есть, как бы не портя вот ваш номер, мы просто усилим его своими репризами. Он говорит, ну, попробуйте, сделайте. Если, говорит, все получится, я буду не против. Так. Мы тут же пришли домой. Алексей засел за этот текст. Мы продумали, какие еще можно, что туда, какие репризы добавить. Все это написалось, потом немножко подчистили, еще раз посмотрели, проверили это на публике. И в результате из маленького, вот двухминутного его, как бы сказать, такого монолога, да, вырос у нас полноценный номер. Насколько он длится? Да, он до 7 минут, то есть вырос. До 7 минут. До 7 минут. Мне кажется, это много. Допустим... Вот вариант смонтированный, который, может быть, сейчас будет показан, да. Он длится минут 5, по-моему. Вот. И там действительно, то есть, вот, наверное, ну, скажем так, 50 на 50, то есть 50... Половина этого, половина вашего. Альтовской, но да, мы не претендуем как бы да, на авторство. Да, но он претендует, он как-то... Нет, там даже не об авторских отчислениях речь идет, я понимаю, что это как-то... Мы заявляем, что это вот, номер вы говорите, да, что это... Этот да. Семен Альтов строго, то есть да, на да. соавторство не он претендует. Он обрадовался вашему успеху? Ну, он увидел этот номер на следующих съемках. Мы опять повстречались уже. И в этот день мы как раз должны были снимать вот этот его номер. И мы ему сказали, вы посмотрите, если у вас будут какие-то претензии или что-то, мы пойдем на все ваши условия. Он посмотрел, посмеялся и сказал, ребят, все хорошо, работайте. Вот с легкой руки. Да. С легкой руки. Хорошо, тогда Семен Альтов, отдай. Слушай, Петухову-то в субботу 50. Надо что-то дарить. Не, ну он для нас столько сделал. Ну да, тем более дата круглая. Да, рублей на 500 надо, не меньше. Да ты что? Ну ему ж 50 исполняется. А не 500. Не, ну я не знаю, а что ты сейчас на 50 рублей купишь-то? Ну, а зачем покупать? Вон у нас английское виски уже 4 года стоит. Пить невозможно, гадость. А бутылка солидная. Да. Но такая бутылка и без виски рублей на 300 потянет. Дорогой подарочек получается. Ну, хочешь, давай через силу отопьем половину. А чаем дольем. Ну, чтоб цвет соответствовал. Ну ты что? Он же в виски разбирается. Устроит потом скандал, мол, налили чаю. Да, есть ведь неблагодарные люди. Ты ему даришь, а он нос воротит. Слушай, у меня же рубаха итальянская с этикетками валяется. Ты мне на Новый год дарил. Все равно она мне мала. На 6 размеров. А ему что... Налезет? Это его проблемы. Нет, ну подожди. Вещь-то хорошая. Может, еще самим пригодится. Ты вон как раз худеть собрался. И вообще, я за нее 130 рублей заплатила. Как 130? Да я на рынке точно такую гораздо дешевле видел. За сколько? Неважно. Нет, за сколько? За 100. 20. 5. Да что ты мне голову-то морочишь, а? Скажи лучше, вот что Петухову-то дарить будем? Вот вроде все, что есть, самим нужно. Давай ему книгу подарим. Книга – лучший подарок. Да? А какую из 5? Золотую коллекцию сказок, что ли? А ты что?
Это ж моя любимая. Давай ему книгу кулинарных рецептов подарим, а? Ну ты сказал. Но он же не женщина. Да? И вообще, он в лучших ресторанах обедает. Ну, хорошо. Давай что-нибудь из твоих кинороманов. Санта-Барбару. Нет. Богатые тоже плачут. Нет. Хорошо. Рабыню Изауру. Классику. Не трожь. Святое. Хорошо. Хочешь, давай ему отнесем сигары, которые нам на свадьбу дарили. Ну ты что? Ну они же воняют. Чем? Ну, этим. Каким? Бомжом. Что ты такое говоришь? Ничем они не воняют. Никаким бомжом, если их не курить. А он как раз не курит. А если закурит? Да. От него всего можно ожидать. Ну хорошо, открытка у нас уже есть. Откуда? Тебе на работе на Новый год дарили. Она же подписана. Она подписана на второй половине. Я ее уже отрезал. Нет, ну там же написано «С Новым годом». Ну и что? А 50 лет? Это как раз и есть начало нового 51-го года. Ну, ты, конечно, как хочешь, но мне кажется, одной открытки на 50 лет мало. Да? Ну, хорошо. Давай ему шоколад французский подарим, а? Ой, да он у нас 8 лет уже как лежит. Но мы ж его не ели. А жене цветы подарим. Твои вон с дачи еще не засохли. Водой сбрызнуть, и как живые. Подожди. Да это ж он нам его и дарил. Шоколад? Ну? 8 лет назад? Угу. Так там же срок годности 10 лет как истек. Просроченный гад дарил. Ну до чего же люди жадные пошли, а? Ни стыда, ни совести. Знаешь что? Решено. Дарим ему шоколад. А если он нам опять его потом подарит? А мы ему? Ты пойми, что главное... Не подарок, главное – внимание! Ну, вот такая замечательная, смешная действительно пародия на, я бы сказал, вечные темы, да? А продолжим тему авторов. Честь и хвала Семену Альтову, на самом деле, это заслуженный успех, поскольку он сочиняет смешные вещи. А вы в данном случае это смешно показали. А, но это и не единственный автор, я так понимаю, есть еще. Вот в данном случае у нас в репертуаре несколько миниатюр Альтова, несколько миниатюр Анатолия Трушкина. То есть все миниатюры были уже написаны, созданы. Единственное, и писались что мы, не для нас. Не для нас, да. Угу. То есть мы обратились, да, пожалуйста, Трушкин с удовольствием, значит, сказал, попробуйте, ребята. Вот, и тоже вот он в одной из миниатюра имя, он заметил, что мы там что-то добавили, вот, и также нам сказал, говорит, заметил, неплохо, продолжайте в том же духе. То есть, свою оценку того, как вы это делаете, они все-таки дают? Да, дают авторы. Обязательно. Но, вот,
какие-то авторы потрясающие, талантливейшие люди. Вот, но никак не получалось у нас, взяли, мы попробовали когда-то в 90-х миниатюру Задорнова. В его исполнении безумно смешно. Но исполнять Задорнова очень сложно. Очень сложно. Вот только у Петросяна, наверное, талантливо так получается. Мы сделали, не идет никак. Читали, пробовали Коклюшкина. Не пошло. Не пошло. Нет, есть понятие не мой автор. Да. Да, мой, ну, а вот не, не мой. Наш автор. Шендерович писал еще в конце 80-х пародии, значит, для меня тогда еще. Значит, написал порядка 10 пародий, и из них только одна там получилась, вот на Никулина, Никулин еще тогда жив был. Но все остальные пародии, ну, не выстрелили, не пошло. Вы правильно сделали, что выбрали именно наш ресторан. Лучшая европейская кухня, лучший шеф-повар, не пожалеете. Так что ждем, ждем. До свидания. Павлович. До свидания, да. Пал Палыч! Ой, Пал Палыч! Синичкина, что у тебя? Пал Палыч, миленький, вам, как директору ресторана, просто необходимо вмешаться. Да что? Что случилось-то? Пал Палыч, там клиент. Он, значит, пришел, сделал заказ. Я ему все принесла. Он все съел и... Все. Что значит все, Синичкина, ну ты говори, да не заговаривайся. Сознание потерял. Так, скорую вызвала? Пал Палыч, миленький, я все по вашей инструкции. Сразу к вам. Ага, правильно, молодец. Так, он что-нибудь пил? Да, водку. Паленую? Ну что вы, Павел Павлович, фирменную. Ну, то, что мы в Мытищах берем. Ну, у Ашота. В канистрах. Ну, по 30 рублей за литр. Ну, которую вы сказали еще марганцовкой разводить. А, это? Да. Ну, это нормальное. Да. Так, а он этот алкоголик чем-нибудь закусывал? Да. Закуской. Какой? Ветчина, царская охота. Ну, та, что с вашего юбилея осталась. Подожди, после юбилея уже полгода прошло. Вы бы ее хоть, я не знаю, в салаты добавляли. Мы добавляем, Павел Павлович, добавляем. И в салаты, и в солянку, и перец ей фаршируем. Ну, с вашего юбилея ее осталось столько... Хорошо, хорошо. Что он еще заказал? А я ему предложила подводочку, селедочку. Какую? Заморскую. Самую лучшую. Ну, ту, что с вашего юбилея осталось. А она что, за полгода еще не протухла? Нет, ну, запах, конечно, есть. Но мы же ее как селедку под шубой подаем. О-о. А под шубой она не пахнет. Почти. Ну, хорошо, а что еще было в заказе пострадавшего? Икра была красная. Что, тоже после юбилея осталось? Да нет, что вы. Та, что после юбилея уж месяц назад как закончилась. А-а-а. А это свежее. Откуда? Ну, вы же сами 2 недели назад у какого-то барыги ведро икры за литр водки взяли. Так вот, пол ведра уже ушло. А остальное в подсобке стоит. Почему в подсобке, а не в холодильнике? Ну так ведь в подсобке прохладно, а холодильник забит весь. Чем он у вас забит? Селедкой под шубой. И ветчиной с вашего юбилея. Синичка, ну что ты пристала со своей ветчиной? Лучше скажи мне, чем ты клиента отравила? Пал Палыч, нет. Я не... Пал Палыч, это не я. А может быть,
салат оливье? Откуда он у нас? Ну, как обычно, из гипермаркета. Ну, мы же всегда у них просроченный салат за полцены берем. Но мы туда еще ветчину с вашего юбилея добавляем. Да что ж такое, Синичкина? Так, скажи мне, горячее он брал? Да, котлеты по-киевски. Вот, из чего они? Из натурального куриного мяса и лучшего сливочного масла. Вот. Ну, это так в меню у нас написано. Ну, а на самом деле? А на самом деле они на основе хлеба и ветчины с вашего юбилея. Да что ж такое, Синичкина? Так, скажи мне самое главное. Он, этот клиент, вообще там, ну, рассчитался? А? Да в том-то все и дело. Он когда все съел, я ему счет принесла, а он туда как глянул и сознание потерял. Негодяй. У меня еще в тот момент перед глазами ветчина с вашего юбилея промелькнула. Сколько ж он ее съел? Подлец. А теперь вот там лежит и не платит. Мерзавец. Знаешь, Синичкина, мне все ясно. Отравиться он не мог. Да. Ну, нечем здесь травиться. Да. Ну, осознание потерял. Почему? Ну, потому что... Почему? Потому что возраст берет свое. Кстати, сколько ему примерно лет там? 60? 70? 80? Ну, Синичкина, на вид. А? На вид. Лет 35 было. Ну вот, не мальчик уже. Значит так, Синичкина, сейчас приведи себя в порядок, да, и сразу к нему, к клиенту. И как только он очнется, сразу же... Что? Рассчитай его. Ну, а потом, как обычно, веди его отсюда. Куда? Через дорогу, в Чебуречную. Пусть он в себя там приходит. Пародия – это отдельный, что называется, жанр, в котором вы тоже, я так понимаю, активно работаете. Я тут начал читать, сбился со счету. То есть, очень много персон, которых вы пародировали. Очень много. Из мира шоу-бизнеса, как сейчас принято говорить, и всяких иных. Вот. Вот у меня этот список лежит. В основном это вот здесь, по крайней мере, в списке, это исполнители песен, певцы, такие вот люди, композиторы и так далее. Мне понятно, думаю, зрителю понятно, почему их пародировать, потому что это люди известные, и удачные пародии – это всегда интересно, интересно. Но это же надо, извините, петь. Вот. Я понимаю, что театральное образование, ГИТИС, там, как-то актерское пение преподают, да, вот, но и только. То есть здесь как-то надо что, развивать себя, кроме вот отдельных данных пародиста, которые или есть, или их нет, да, я так понимаю, природа постаралась, вот. Как-то еще надо это все, я не знаю, там, развивать, да? Помните, да, фильм? Это очень большой труд. Да, помните фильм «Веселые ребята», классика, да, как там некая героиня била анос, так сказать, какой-то там статую, и пил сырые яйца для того, чтобы у него голос... Ну, ничего не вышло, потому что если Бог дал, то да, нет, значит нет. У вас-то как? Мы без яиц. Обходимся. Да, обходимся без яиц. Вот, у нас это второе направление, то есть первое направление, в котором мы работаем, это эстрадная миниатюра.
Ну вот, второе направление – это пародии. Ранее были пародии на артистов театра, кино, значит, пародии на политиков. Мы, кстати, начинали озвучивать самые первые пилотные выпуски, самые первые выпуски, если помните, программа «Куклы». Ну, конечно, помню, была, да. Выходила. Того же Шендеровича. Да, да, Шендерович, но первым автором Шендерович был позже уже. Первый автор был Ефим Смолин. Вот, который нас, кстати, и пригласил туда. Вот. Им пилотный выпуск и первые выпуски озвучивали практически вот мы с Ириной. У Ирины были несколько женских образов, а, собственно говоря, за всю остальную братью... Отдувались мы, да, я да, понял. Да. Вот. Значит, артисты театра и кино тоже это когда-то было интересно, но как-то вот, вы знаете, со временем вот оказалось, что это уже не современно, то есть в конце 90-х уже это меньше как-то стало проходить. Кстати, с этим вот у меня история одна такая есть. Где-то 94-й год, может быть, 93-й. Пригласили нас озвучить, ну, нас я говорю, да? Да. Ну, мы уже привыкли. В данном случае я озвучивал я, нужен был голос Бориса Николаевича Ельцина. Первый раз это было в фильме «Новогодняя история» с Куравлевым. Значит, там небольшой есть эпизод. То есть там двойник Ельцина, но да. Он не мог говорить. То есть он были внешне очень был похож, угу. Но говорил он как-то вот так вот. Это не похоже. Я приехал, то есть озвучил все, и они в титрах это указали на фильм «Новогодняя история». Но был такой телевизионный журнал «Фитиль». Все его прекрасно помню, да, да. Помнят. Вот, очень жаль, что он как-то прекратил свое существование. Вот. И... как-то позвонил редактор «Фитиля», и необходим был также голос Бориса Николаевича. Сюжет, я не помню точно, какой там сюжет, значит, но главный герой там был, значит, такой деревенский мужик, которого играл ныне покойный уже народный артист России, он, по-моему, даже народный СССР был, да, Борис Новиков. Вот. Который проходил мимо колодца, и вдруг оттуда, значит, раздавалось: «Уважаемый, можно вас на минуту?» И, значит, Новиков подходил, то есть он слышит, что это голос тогда президента России, и он спрашивал: «Да-да, я вас слушаю!» Я приехал, озвучил, значит, Бориса Николаевича, вот, а... Значит, Новикова пока нет. И что-то вот он как-то задерживается. Я говорю: «Да должен уже подъехать». Я думаю, ну что тут, собственно говоря, так, ради просто вот баловства какого-то. Я, значит, тут же у микрофона говорю: «Да-да, Борис Николаевич». Причем текст все это, он, значит, у меня там короткий сюжет совсем. «Можно вам только пару вопросов?» И он там, значит, задавал вопросы, Ельцин ему отвечает. Ну, вот там, конечно, не обозначалось, что это Ельцин, только по голосу. Ну, да. Вот. И вдруг я вижу, значит, что... Причем смеются все, Ирина смеется. Там я вижу за стеклом, значит, звукорежиссер хохочет. И вдруг они как-то улыбка спадает. Я думаю, что не так? Приехал Новиков Борис. Он открыл дверь, зашел тихонечко, и он слышит, что, собственно говоря... Вы его голосом. Да, да, да. То, что, собственно говоря, зачем он и приехал, вот, очень торопился, вот, уже озвучено. Вот, причем было действительно безумно похоже. Вот, и когда, значит, уже все, обратили внимание на Новикова, Новиков только произнес, веселый, жизнерадостный человек был, он говорит: «Ну, говорит... На сегодня моя работа закончена. До свидания, я в кассу». Ну, без обид. Без обид, то есть он не обиделся. Это делает честь. Да, да, да. Очень. Также, собственно говоря, вот кто вот видел в то время Никулин на себя пародию, просто смотрел из зала. Вот, тоже остался доволен. Но он так сказал.
значит, когда ему задали вопрос, как похоже, он говорит, ну как он, говорит, как же он сказал, ну как у него получилось, он говорит, лучше, чем у меня, вот, а это он так и Евдокимову Михаил говорил покойному, вот. Что касается пародий, на сегодняшний день у нас такое, знаете, современное вот, пародийное шоу, то есть с переодеваниями, смена париков, костюмов. Вот не зря вы стали лауреатами, по-моему, да, или победителями конкурса Райкина, это в его стилистике. Ну, может быть. Тогда у нас... Нет, у нас номер, кстати, был пародийный. Был пародийный номер, да. Была эстрадная миниатюра, кстати, это был 97-й год. Пародия на прямой эфир, то есть была ведущая, к ней приходили политики, и тут же, значит, между политиками выступала какая-то та или иная звезда. Вот. И то есть, вот с этим номер безумно смешной был, его телевидение не показало, то есть, к сожалению, вот, конкурс тот не транслировался, снимали. Причем снимали солидно, там штук 8-10 камер. Ну, вот. Но почему-то вот не получилось, там не показали тогда конкурс. Вот. Тоже, собственно говоря, на пародиях выиграли, но уже выиграли, потому что это было что-то новое на эстраде. То есть новое направление, да. То есть смешение было пародии и интермедии, и опять же, пародии на передачу, так скажем. То есть и на людей, на передачу, и интермедии. То есть смесь вот это вот, то, что было впервые, опять же, выиграла. Ну, то, вот, судя по тому, что вы рассказываете, вы часто были на острие, что называется, были новаторами. Ну, да. Не по крайней мере, два случая. Вот. Не всегда удается попасть, далеко не всегда. То есть вот какие-то номера вот с запозданием делали, то есть... даже нам говорили, что вам бы вот этот номерочек вот лет 5 назад показать там. То есть бывает и такое, что не всегда попадаешь в точку. Правильно, есть вечные темы, семья, пожалуйста. То есть как номер, тот же подарочек, семейка вот Семена Альтова, вечная тема. Вот, значит, на сегодняшний день по пародии делаем. То есть вот, допустим, лицо мое, да? Вот. Паричок, темные очки, вылитый Серов. Просто когда выхожу, то есть ничего еще не делая, то есть сразу овация. У Ирины, вылитая, значит, Ирина Забияка, солистка группы Чили. То есть с париком, платьюшко. Люди подходят, фотографируются. Можно сфотографироваться. А у нас же быстрая смена костюма. То есть пародия на 1,5-2 минуты. Следующая пародия. Я на сцене, Ирина переодевается. Ирина выходит, я переодеваюсь. И вот недавно, два года назад, сделали мы пародию на группу «Мираж». Значит, группа «Мираж». Значит, но на ту группу, когда... была и Суханкина, и Гулькина. Гулькину Ирина взяла, но не поверите. То есть я надеваю светлый парик Суханкиной. Вылитая Суханкина. В залах истерика. Мы заканчиваем программу по сей день, несмотря на то, что Гулькина уже не работает. Но тем не менее, пародия безумно смешная. Мы ее нигде не снимали. Ну, хотя там ничего такого обидного нет. Вот. Но вот единственная пародия, в которой вот мне очень подошел женский костюм, вот, женское платье. Идеально. Значит, как-то вот совпали. Вообще, по поводу пародии, ведь это же кому-то может показаться обидно. Не обижаются персоны, которых вы пародируете? Ну, тонкая игра здесь, вот понимаете? Тонкая, да. Это, я думаю, что зависит от чувства юмора персонажа. А у них у всех разные, вот, как у всех людей. Вот вы сами ответили на ваш вопрос. То есть где-то есть, где-то нет. Да, несмотря на то, что мы, опять же, очень строго подходим к текстам, чтобы не проскальзывало, не дай бог, никаких обидных тем. Очень. Вы как редактор за этим следите? Слежу строго. Ну, это необходимо. Стараюсь. В вашем жанре. Потому что, как правило, мы берем персонажа, к которому мы очень хорошо относимся, поэтому ну, не хотелось бы их обижать. А вообще, как вы их выбираете? Вы их должны понимать,
Иначе как вы их можете пародировать, да? Как-то чувствовать? Вот выбор персоны, это как? У нас в репертуаре на сегодняшний день более 50 персонажей, звезд. Но, вот делаешь пародию, неизвестно, что из нее получится. То есть, работаешь. И, казалось бы, мы, как правило, делаем штук 5-6 пародий. Вот блок новый, когда создаем. Кто его знает, вот получится, нет. Вроде бы делаешь акцент, но безумно смешно. Самим, то есть, нравится все. И внешне похоже. Вот там, когда меняешь типа, парики, костюмы. Вот, и по голосу, и вроде текст смешно. Не пошла пародия. И уходит потихонечку на полочку. Какие-то, но настолько непредсказуемо. Вот у Ирины шикарнейшая глюкоза вдруг родилась. Вот, просто, ну, какая-то она сумасшедшая. Безумно смешная. В хорошем смысле. Да, в хорошем смысле. Безумно смешная, значит, Лайма Вайкули. То есть, точно все там прям подчеркнуто. Вот, а какие-то пародии, даже вот, прям попробовали 1, 2, 3 раза. И, ну, видно, что не идет. Поэтому у нас есть там, первая десятка, лучшая, номер один. Все, когда необходимо, чтобы в зале была истерика, чтобы все радовались, смеялись. Вот. Но бывает и под заказ. Вот. Недавно позвонили, говорят, очень нужно, чтобы был Джигурда. Из меня Джигурда неплохой. Вот. Неплохой. И по голосу он настоящий. Вот. Но его боятся. Делаешь пародию, выходишь к зрителям, просто вжимаются в кресло, особенно женщины, боятся. Вот. Не знаю почему. Вот. И прям... Своеобразное обаяние Никиты Жигурды. Ну, то есть, видимо, еще немаловажно, чтобы народ любил тот персонаж, который пародируешь. Ну все, Василий Петрович, мы в лифте. Поехали. Василий Петрович, мы, кажется, застряли. Как? Почему? А мы вообще где? Ну, как где? В лифте. Да? А что мы тут делаем? Кажется, Новый год встречаем. Оригинально. А где же тогда шампанское, мандарины, оливье? А ты вообще кто? Я Снегурочка. Да? То есть раньше приходила Белочка, а теперь Снегурочка? А откуда я тебя вообще знаю? Ну как же, ну мы же с вами в одном агентстве работаем. В каком? Трезвый Дед Мороз. Да? А что ж мы тогда с тобой тут в лифте? Нам же работать надо. Да мы уже с вами всех поздравили. Вот только в лифте застряли. Почему? Вы что, правда ничего не помните? Нет. Ну, после того, как вы в 45-й квартире на пасашок еще раз выпили 300 грамм, я вас в лифт завела, кнопку нажала, и мы застряли. Ну, вот и на помощь-то звала. Ой, так ведь ночь на дворе. Так ведь новогодняя ночь. Ой, лифтера пыталась вызвать. Кого? Ну, вот, кнопочки. Ах, кнопочки. Да я набирала. И 112, и 02. Никто не отвечает. И 112. Вот кнопочка с колокольчиков. Нажимаешь и говоришь «Алло».
новым счастьем мы хотим поздравить вас в ясный день или в ненастье. Пусть все будет, как сейчас. Алло, я слушаю. Здрасте. С Новым годом вас, с этим, с новым счастьем поздравляем. Кто это там? А, это и Дедушка Мороз, и Снегурочка, внучка моя. Артисты мы, артисты. Что ты хотела? А понимаете, какая фигня? Мы застряли в лифте. Выпустите нас. Алло. Да, я слушаю. С Новым годом вас! С новым счастьем! Мы тут в лифте. Кто это там? Это Снегурочка и Дед Мороз. Мы застряли. Помогите нам. Алло. Да, я слушаю тебя. Послушайте, мы застряли в вашем дурацком лифте. Ну, выпустите нас отсюда, и мы уйдем. Ты никого там? Да какая разница? Ну, просто человек, понимаете? Два человека тут. Что ты хотела? Послушайте, я как бы вам это объяснить? Мы застряли в лифт. Отпустите. Да, я слушаю. Послушайте, а там вообще кроме вас еще кто-нибудь есть вменяемый? Конечно, есть. Лифтер. О, а позовите его, пожалуйста. А? Он будет скоро. Когда? Сразу после праздников. Недели через две. Когда придет, тогда и звоните. Ну вот я почему вас так пытал? Потому что всегда интересно знать, есть ли какие-то лекала успеха в вашем очень непростом деле, тем более интересно. Они есть, но они не абсолютные. Говорите вы, потому что вы рассказываете о том, что что-то пробуете, получается, а что-то не получается. Хотя, в общем, вроде все сделали правильно. Ну, вот, извините, да. Можно я вас перебью? Да. Это знаете, как исполнитель берет песню, ему она, может быть, безумно нравится. Он уверен, что это хит. Он ее выносит в народ, исполняет несколько раз, и она никак не идет. А есть, на которые он, собственно говоря, и особо-то внимания не обратил. Ну, думает, ну, сделаю, ну, так, ну, что, ну, хорошая вроде песенка. И она уходит, и народ потом ни одного концерта что, не проходит, чтобы его не просили это спеть. А бывает так, что... Тут и... не угадаешь. А, теперь я перебиваю. А бывает так, что одна и та же песня, которую исполнял Леонтьев, ну, и причем он ее засветил уже, телевидение показало, вот, Комарова. Угу. Он год... Вы, например, помните, что Валерий Леонтьев исполнял Комарова? Он год исполнял до того, как Скляр ее исполнял. И никак. Так себе. Вот почему-то получилось вот так. Исполнил Игорь Скляр. Хит на все времена, и по сей день народ идет на спектакль к Скляру, где играет Скляр, и надеется, а может в конце-то он... Ну, все, споет, да? Да. То есть вот то, что уйдет, то, что будет популярным, тут никто, наверное, не может угадать. Это только, что называется, фортуна и Господь Бог, наверное, да? Но мне кажется, самое главное, это должно быть, вот чтобы не этот источник животворящий, ваше искусство, он никуда не делся, чтобы он все-таки журчал и журчал. Потому что в любом искусстве, а в вашем, по-моему, особенно, очень важно не останавливаться.
Песни, может, как вы сказали, хиты какие-нибудь там про яблоки, да, на снегу. Они могут еще сегодня звучать и трогать кого-то, да. А вот какой-то юмор, привязанный, допустим, ко времени, ушедшему достаточно далеко, да, от сегодняшнего дня, он может, что называется, уйти вместе с этим временем. Вот поэтому вам, как мне представляется, исходя из того, что вы мне рассказали, нужно все время идти вперед. Чего я вам искренне желаю, творчески. Сокол, сокол, это я, дятел. Прием. Дятел, дятел, я сокол, доложите обстановку. Сокол, нахожусь в лесу. Пропавшую пока не обнаружил. Скажите, как она хоть выглядит? Дятел, как может выглядеть женщина-грибник? Как женщина и как грибник. Что непонятно? Мы запеленговали ее мобильник. Судя по сигналу, она идет прямо на тебя. Смотри, дятел, чтоб не проскочила. Сам ты, дятел. Надо же, из-за какой-то тетки всех на уши подняли. МЧС, военных, полицию. Ну, этих-то понятно. Но я простой охранник супермаркета. А меня тоже в лес. За что? Хоть бы сапоги выдали. Надо же, никого нет. Здрасте. Привет. Простите, а вы случайно женщину-грибника не встречали? А? Нет. Ясно. Минуточку. Сокол, сокол, это опять я, дятел. Прием. Дятел, что там у тебя? Сокол, а баба, которую мы ищем, точно грибник? Или от дискотеки отстала? Как она хоть одета? А? Ну не в мини-юбке же она в лес пошла. Ну почему же? Некоторые за грибами ходят именно так. Сокол, а наша баба до этого похода в лес другими психическими заболеваниями не болела? Дятел, хватит задавать глупые вопросы. У меня уже смена заканчивается. Как все выяснишь, свяжись с дежурным. А я... На 2 недели в отпуск. Все, конец связи. Простите, а вы случайно в службу спасения не звонили? Звонила. Правда? Так я ж за вами. Скажите, вот нахрена вы вообще в лес поперлись? Понимаете, я... Вышла замуж за одного богатого старичка. Врачи говорили, что он и года не протянет. Думала, потерплю годик и стану счастлива. Ну, и что? Через неделю серебряная свадьба. 25 лет вместе, а предпосылок для счастья никаких. Подождите, ну, а в лес-то вы зачем пошли? Так
грибов решила насобирать. Разных. Для мужа. Очень хочется счастливой стать. Ну, вы с грибами-то как-то поосторожней. Ну, вон красная шапочка. Тоже через лес шла. Грибы собирала разные. А потом не смогла отличить бабушку от волка. У вас, я смотрю, грибы вон тоже какие-то странные. Ну, кто ж такие грибы собирает? Многие, кто хочет стать счастливой. Я и рецепт в одной книжке прочитала. Кулинарный? Не, в криминальный. Ну все, давайте, выводите меня из леса. Да я сам тут немножко заплутал. Третий день вас ищем. Сейчас, минуточку. Ну, что? Аккумулятор сел. Дайте ваш телефон. Ага. Так. 8-916-688. Да не номер, позвонить дайте. А, так он у меня тоже разрядился. Я когда в службу спасения звонила, мне минут 20 повторяли. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Ну, я и оставалась. Хорошо, хоть вас вызвать успела. Вы ведь меня спасете? Спасем. Конечно, спасем. Напарник-то мой знает, где мы. Осталось его только из отпуска двухнедельного дождаться. Ой, 2 недели – это долго. А куда вам торопиться? Так, грибы испортятся и не подействуют. А потом муж мой, Захар Игнатьич, волноваться будет. Как вы сказали, Захар Игнатьич? Надо же, прям как любовника моей бывшей жены. Я из-за этого мерзавца и развелся. Захар Игнатьич. Кстати, а где ваш Игнатьич живет? На проспекте Гоголя. А дом, квартира? 18А, квартира 6. Не может быть. Что? Так он еще жив. Знаете, а давайте я вам помогу грибов насобирать. Так вы не знаете, какие нужны. Не волнуйтесь. Уж для Захара Игнатьича нужные грибы найду. Глядишь, вместе с вами и я счастливым стану. Спасибо огромное. Спасибо, что к нам пришли. Было интересно. Смешно вот то, что мы увидели и из того, что показали. Поэтому только успехов. И в этом тончайшем деле, которое называется юмором, вам удачи. Спасибо. 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 Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. Записался к невропатологу? Какой там? Все талоны разобрали. Ну, ты бы спал больше. Спал? Да я в 3 часа ночи у поликлиники уже в очереди стоял. И что? Что? 7:30 открыли, сразу сказали. К невропатологу талоны закончились. Как так? Вот так.
Говорят, по телефону записывайтесь. Ну, а номер? Номер ты записал? Ну, конечно. Ну, так давай попробуем. Набирай. И громкую связь включи. Здравствуйте. Вы позвонили в поликлинику. Ваш звонок очень важен для нас. Чтобы записаться на прием ко врачу, прослушайте все варианты, прежде чем сделаете выбор. Вам нужен терапевт? Нажмите 1. Кардиолог? 2. Травматолог? 3. Пульмонолог? 4. Ревматолог? 5. Окулист? 6. Уролог? 7. Логопед? 8. Хирург? 9. Вам необходимо попасть к невропатологу? Да. Нажмите 10. Как 10? Тут всего-то 9 и 0. Ну, подожди, попробуй 1 и 0. Ага, хорошо. Вы набрали 1 и 0. Данная комбинация цифр предполагает, что вам нужен невропатолог. Да. Нажмите 1, если это не так. 2, если хотите вернуться на прежний уровень меню. 3, для того, чтобы заново прослушать основную информацию. 4, если вы случайно набрали данную комбинацию цифр. 5, если вам действительно нужен невропатолог. 5. Ага, 5. Вы хотите записаться на прием к невропатологу? Да. Нажмите 1, если вам будет удобно, в понедельник. 2, во вторник. 3, в среду. 4, в четверг. 5, в пятницу. Давай в понедельник. 1. Вы хотите записаться на прием к невропатологу в понедельник? Да. Нажмите 1, если вам будет удобно, с 8 до 10. 2, с 10 до 12. 3, с 12 до 14. 4, с 14 до 16. 5, с 16 до 18. Ну, давай 5. Почему 5? Давай лучше 3. Нет, только не 3. Лучше 2. Или 4. Да нет, только не 4. Давай 1. Вы нажали 1, чтобы записаться на прием к невропатологу в понедельник с 8 до 10 утра. Да. К сожалению, все талоны на это время уже закончились. Попробуйте получить талон к невропатологу в порядке живой очереди. И не забудьте взять направление у терапевта. Спасибо, что вы воспользовались нашей коммерческой службой записи в поликлинику. Стоимость одной минуты разговора составляет 300 рублей без НДС. Спасибо, что эти 10 минут вы были с нами. Будьте здоровы! Золотая наступает осень, на деревьях тают солнечные кроны, звезды осыпают на дорогу клёны. На деревьях тают солнечные кроны, звезды осыпают на дорогу клёны. Мы снова с тобою, любимая, вместе проходим легко по кленовым созвездиям и снова поверим. Грядущие весны, их нам обещают кленовые звезды. И снова поверим, грядущие весны, их нам обещают кленовые звезды. Не все непросто,
посчитаем годы по кленовым звездам. Хмурые ненастья и зимой морозной, нам поверить в счастье никогда не поздно. Хмурые ненастья и зимой морозной, нам поверить в счастье никогда не поздно. Мы снова с тобою, любимая, вместе проходим легко по кленовым созвездиям. И снова поверим в грядущие весны, их нам обещают кленовые звезды.